Всем привет, дорогие! Это Кёна. Наверное, возможно, это будет последнее видео до родов. Сейчас я собираю вещи для чемодана. В Корее нужно подумать, как максимум 4 недели. Первая неделя в больнице, 2 или 3 недели надо провести время в Чурионе. Чурион для нас, кореяна, это обязательно. Кстати, я тоже забронировала где-то 8 недели беременности, потому что популярнее и лучшие Чурионе все быстро. Забронирование заканчивается. Чурион – это место, где женщины после родов отдыхают и восстанавливаются. Там делают массаж, кормят и обучают, как надо ухаживать за детьми. Поэтому все мои подружки тоже там жили и говорят, что это первый чемодан, это для больницы, а второй чемодан это в Чурионе, где я буду жить 2 или 3 недели. Еще отдельно нужно собрать чемодан для Юна, потому что в больнице и в Чурионе только для женщины ухаживают, поэтому мои вещи, одежда и так далее там стирают, для меня готовят еды и приносят очень вкусные еды и так далее. Но для Юна они не заботятся, потому что он просто муж. Нужно отдельно собрать его одежду, его одеяло даже, его подушку только для больницы. А в Чурионе есть, поэтому сейчас будем собрать чемодан. Вот эта штука, говорят, после родов очень нужна. Почему-то корейские мамы всегда советуют такие трубочки. Вот это, когда ходите в туалет, это намного лучше, чем просто обычная туалетная бумага. Обязательно в Корее все беременные женщины до родов собирают это. А еще тапочка удобная. Это штука для пищеварения. Возможно, я не могу ходить в туалет хорошо. И мои подружки посоветовали обязательно взять. Так, вот это для молока нужно. Разные витамины для 3 недели. Пока что 3 недели. И я ютубер, поэтому нужна поставка для камеры. Мне это обязательно. Это календарь. Сколько дней прошло после рождения ребенка? Можно посчитать. Здесь есть цифра внутри. И мы возьмем, чтобы отмечать. После родов тоже обязательно говорят. И вот такая книжка. Как только ребенок родится, они не видят, отличаются цветные вещи. Поэтому лучше черно-белые. Если поставить вот так, то малыш просто так смотрят. Говорят, вот это тоже очень важно. Я это возьму тоже. Возможно, мне будет лень чистить зубы, либо очень неудобно, поэтому это тоже возьму. Это чулки для рук. И мне кажется, что это очень милая штука. Щипчики или ножницы для того, чтобы отрезать ногти. Малыш так выглядит. Я не знаю, у Мирки рот будет очень маленькая, поэтому немножко боюсь, как я буду отрезать ее ногти. Боюсь, но это тоже возьму. И наша знакомая представитель вот такую штуку, Team Milky футболку. Это мы будем одеваться в Чурионе. Попросили взять свой собственный стаканчик, чтобы я могла пить воды или напитки. Тут тоже положу. Теплые носки, 2 штуки. Губка для очищения тарелки тоже говорят, нужно взять, когда я буду жить в Чурионе. Да, потому что нужно после, как я кушала закуски, сладости, надо чистить.
Дорогие, почти неделя осталась до родов, примерная дата, но я вообще не могла спать, потому что болела живот, там, ну, особенно ночью болеют. Чувствую боль, даже из-за боли просыпаюсь, мелки тоже двигаются, и живот тоже болит, как месячная боль, поэтому... Чуть-чуть стараюсь отдохнуть. Сегодня схватки чаще стали. И боль тоже больнее, поэтому, когда схватки начинаются, я ничего не могу делать, ничего не могу думать, даже телефон не могу смотреть. Потею просто ненадолго, поэтому быстро пройдет, но не могу представить, как будет настоящая боль.